Ты отлично справился, Фоска. Протоссам остается лишь бежать перед натиском стаи. Но сейчас ты должен атаковать еще одно место, чтобы мы были уверены в нашей победе. Недалеко отсюда есть храм. Он стоит на освященной земле. Даже я, прожив бесчисленное множество тысячелетий, могу назвать этот храм очень старым. Ведь он был воздвигнут моим создателем, сел нагло, указывая место, куда впервые ступила нога создателя на планете Айур. Храм должен быть стерт с лица земли, а кристалл Хайтариана помещен на его месте. Только тогда может быть открыт путь. Только тогда я смогу вынести манифест. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир. Поехали. Ну что ж, играем мы, как всегда, за зергов. И развиваемся, как всегда, за них же. У нас есть куча полезных собачек. Ля-ля-ля-ля-ля. Давайте мы построим сразу хату. Так. Даже сделаем это вот здесь, вот, дорогие мои друзья. Потому что здесь нам будет удобней. Да. Ближе, к сожалению, здесь я не сделаю это. Поэтому построим так, как мы можем. И будем продолжать строительство наших маленьких друзей. Маленькие линги, они такие прикольные. У нас есть один большой слоник. Видите, как он прикольно бегает. Такой. Анимация просто офигительна. Ладно, продолжаем развитие нашей базы. Все же предкупно подстроится вторая хата. Здесь есть еще одна возможность построить хату. Это просто замечательно. Здесь протосы, которые охраняют и не дадут нам, скорее всего, построить. Ага, и вот на нас прибежали первые юниты, которые перевозят злых-злых протосов. Вообще, в идеале, знаете, нам нужно сделать постройку еще одной базы рядом с газом. Это, во-первых, усилит нашу добычу, ускорит. Во-вторых, мы сможем быстро-быстро все добывать и добывать заодно газ, который нам необходим, жизненно необходим, я бы даже сказал. Но помимо всего прочего, нам нужны различные вещи типа пула, потому что пул — это важно. Пока у нас нет пула, приходится работать как-то без него, развиваться как-то без него. Я думаю, что ничего страшного в этом не будет. Что-то они там летают куда-то. Мне это не нравится. Мне это ой как не нравится. Надо это будет дело пресекать. Только мы заработаем достаточное количество наших ребят, мы будем это дело пресекать. А пока остается делать то, что мы делаем, и строить, например, Evolution. Так, вот еще два рабочих приехало. И еще два рабочих приехало. Из этих двух рабочих мы, кстати, можем сделать более интересные вещи. Например, блоковый гидролиз, почему бы не сделать? Хотя, мне проще сделать сейчас гнездо королевы, потом сделать усиление на главную базу. Ну, в общем, да. Так, я тебя вижу, падла. Шла вон отсюда. Отлично.
кстати, да, мы не можем заражать здесь вот такую поверхность. И это проблема отчасти. Так, ты у нас построишь мне экстрактор. Ты у нас построишь мне тоже нечто полезное, например, защитное сооружение. И ты, кстати, тоже его построишь. Надо потихонечку оборонять наши позиции, потому что если на нас нападают, это не очень хорошо. Тем более, видите, какие наглые бывают протосы. Вау, зачем всех-то переводить? У меня все еще нет гидролисков в больших количествах. Это очень проблемно. Нет. Убей его, пожалуйста. Он его не убьет. Фак. Просто беги. Ха, он выжил. Бугагашеньки. Вот такого они поворота событий не ожидали. Ладненько, у нас здесь пришло еще три. Из каждого мы сделаем защитные сооружения. А вас мы, кстати, поставим на газ, я думаю. Потому что иначе на нас сейчас будет очень сильно нападать. Как по мне, это не очень круто. Надо как-то обороняться все-таки. Надо как-то обороняться. И этим мы и будем заниматься. Здесь у нас пока что добывается газ. Что там требуется больше владык. Давайте поразим больше владык, пожалуйста. Нам не сложно. Нам не сложно порождать владык в больших количествах. Так, теперь нам нужно построить логово для гидралисков и заказать эволюшн. Нет, по-моему, ничего не надо нам заказывать пока что. Да, эволюшн нам пока ничего не надо. Окей. Так, что касается вас, из вас мы будем делать плетки. И да, я не устаю повторять, что это все же плетки, потому что в каком-то смысле плетки мутировали, точнее, вот эти подземные колонии мутировали в плетки, потому что изначально, как вы помните, ни споровые колонии, ни подземные колонии не могли передвигаться, они могли стоять только на одном месте. В отличие от плеток и спорок, которые были во втором Старкрафте, которые уже улучшены, эволюционированы и более крутые. Такие дела. Поэтому я считаю, что просто плетки, точнее, справые колонии и подземные мутировали все-таки в плетки. И вот дела. Ну, это лично мое мнение. Никем и ничем не подтвержденное, естественно, как всегда. Но тем не менее. Тем не менее, оно есть, тем не менее, оно мое, и тем не менее, я его придерживаюсь. А ты офигевший вообще. Ну давай, подойди поближе, да. Хорошо, нам нужно еще больше моих друзей, потому что иначе... Нет, даже можно вот так вот. Потому что иначе здесь тоже, видите, прорывают немножечко защиту. Это не круто. Нужно ее тоже здесь усилить. Сейчас мы это будем делать. Потому что пока у нас хватает. Пока у нас хватает, надо производить гидру все-таки. Потому что защиты, наверное, на данный момент у нас как бы нет. Так, что касается вас. Из вас мы построим еще несколько таких же приятных глазу строений. Строить чуть позади, ну ладно. Ничего страшного пока из этого не предвидится. И мы можем... Нет, мы не можем мутировать логово, но мы можем увеличить дальность зрения владыкам. Плюс взять одного рабочего и построить нам это замечательное строение. Взять еще одного рабочего и построить нам вот это замечательное строение. Слово говоря, да, в прошлый раз я оговорился насчет замечательных колоссов. Да, естественно, их не было в первом StarCraft. Я вообще не помню, почему я так сказал, но окей. Окей. И такое бывает, дорогие мои друзья. К сожалению, и такое бывает.
Ладненько. Что мы делаем? Мы увеличим немножко дальность атаки нашим гидралискам, дабы они смогли атаковать кого-нибудь, кого им надо атаковать. И мы сделаем улучшение вот так. Я думаю, что это будет нормально. Плюс мы как бы разгаживаем крип, это тоже хорошо. Надо сейчас потихонечку побежать, исследовать, что вокруг нас вообще находится. Потому что нам нужно захватывать храм. Эта миссия довольно жесткая. Скорее всего, я ее за пару секунд не пройду, конечно же. Поэтому потребуется какое-то время, чтобы ее пройти. Ладно, неважно, не об этом суть. Что я хотел сказать? Что? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, потише, ребята. Так, надо уничтожать всю эту гадость. Пока можно. Тем более мы это легко делаем, более или менее. Крейсер, бедняжка, такого не ожидал. Накололи батон. Проблемка. В одиночку на меня бедняжка пришел. Но он, к сожалению, убил моего овера. Он убил моего овера, и это проблема, конечно, да. Давайте оставим здесь гидру на некоторое время. И мне нужны новые запасы. Новые запасы различных плеток, которые я смогу пополнить. Потому что они меня довольно неплохо покоцали. Не сильно, но тем не менее довольно значимо. Ладно. И попутно подстроим несколько рабочих. Просто потому, что мы можем. И просто потому, что они нам нужны. И пару оверов. И дела. Ладно, передвижение к гидре нам пока особо не нужно. Линги нам тоже не нужны. Можем улучшить гидре урон. Здесь, я так понимаю, что лучше строить вот эти штучки, потому что, я так смотрю, там в основном атакуют воздух. А мы отправляем часть рабочих вот сюда и еще строим сверху одну. Замечательное здание, еще одно. Кстати, знаете, давайте построим еще одну леточку. Почему не здесь? Давайте вот здесь построим, ладно. Правая колония хорошая штука, но тем не менее у нее есть тоже свои некоторые минусы. Ну ладно, главное, у нас пока хватает гидры. Мы можем, в принципе, более или менее от воздуха или от земли отбиваться, потому что гидра довольно сильная штука. И заказываем первое улучшение. Также делаем вот так, потому что нам нужно больше оверов. И минералов у нас пока в больших количествах. Мы можем потратить некое количество на оверлордов. Все будет хорошо в таком случае. Так, что по поводу улучшений? По поводу улучшений у меня... Ой, бедняжка, как он сейчас отхватит-то. Отхватил. Он не ожидал такой подставы. Он определенно не ожидал такой подставы. Ну да ладно. Оу, а вот это вот очень хреново. Вот эти гады очень хреновые. С ними надо что-то делать. Мне надо как можно скорее улучшать муту, делать муту и делать ее в больших количествах. Потому что если я буду без нее, мне будет очень-очень-очень хреново. А так, мне нужно, наверное, что-то сделать с владыками все-таки еще лучше. Ладно, давайте отведем нашего друга, посмотрим, что у нас есть. Так, осквернители, ультралиски, Нидус канал. Ага, гнезда королевы. Ну, понятно. Я думаю, что нам пригодится парочка ультралисков, поэтому ставим их. Потому что пока у нас всего один ультралиск, это немножко мало. Когда у нас их будет два, это будет прям в самый раз. Что мы делаем на данный момент? Мы продолжаем клепать муту. Продолжаем клепать муту. Точнее, не продолжаем, а начинаем в данном случае. У нас довольно много, кстати, уже оверлордов. Они просто замечательные ребята.
Мы их рассылаем вот как-нибудь так, чтобы не пропустить атаку с какой-нибудь непонятной стороны. И что мы теперь делаем? Это записываем на троечку. Муту записываем на четверочку. Гидралисков записываем на пятерочку. Так. Мы проходим, не толпимся, ребят, проходим, не толпимся, не толпимся, проходим. Два офигевшие. Воу-воу-воу-воу-воу. Рабочие, проходите выше, дальше и быстрее. Все, шикарно. Фак, он выжил. Фак, он выжил. Ладно. Так, а тем временем здесь у нас, в принципе, все довольно хорошо. Мы посылаем всех наших юнитов сюда. И где у нас здесь газ? Газ у нас здесь сверху. Подстраиваем вот здесь вот нашу хату. Так, нам нужно как можно скорее помочь. Отлично. Авианосец мы раздолбали. Вот здесь у нас появились некоторые проблемы. Причем проблемы в основном связаны с добычей минералов немножечко. И с защитой нашей базы, соответственно. Ну, скорее с защитой больше, чем с добычей. Давайте глянем, что у нас есть с этого боку. Ничего хорошего. Так, у нас произошла какая-то мутация кого-то в кого-то. В принципе, думаю, все на этом. И что я хочу сделать, это атаковать вот этих ребят. Попробовать посмотреть, что у них здесь вообще есть. Ничего хорошего здесь нету. Ладно, мута. Мута кое-как справляется с тем, что здесь есть. И мы наконец-то можем построить еще целых три муты. Еее! Как замечательно идет уничтожение этих всех негодяев.
Давайте уберем им это нехорошее строение. Они загаживают наш газ. Могли бы спокойным образом добывать газ, но нет, они загаживают его. Пока все хорошо. Так, минус воздух. Замечательно. Минус пилоны. Еще одни пилоны. Я пошел вон отсюда. Ясен фиг, что наши дети как бы атакованы. Это логично. Еще я обожаю их за то, что они делают вот такие замечательные вещи. Они шмаляют просто как нефиг нафиг по всему, что есть в округе. Так, ты там один или у тебя еще компашка есть? Так, здесь вроде прохода нет, значит проход где-то сверху. Значит, проход. Вот он, проход. Так, штормера я вроде убил. Успел убить раньше, и вот над нами еще газ. Все замечательно. Так, стоп, что, что? Логово такого, ну серьезно? Oh my fucking god. Ультрал, разберись с этим, пожалуйста. Давайте малявки, плюс ультрал, плюс одна из мут. Разберитесь с этим, пожалуйста. Все, отлично, они разобрались с этим. Здесь разобрались с этим. Газ мы можем восстановить сейчас. Очень легко и просто. Послав сюда как минимум рабочих. Завернули рабочих, послали. Просто отсюда их вести будет намного дольше, по идее. Хотя... в принципе-то какая разница? Отлично. Ладно, а тем, что имеется, мы, в принципе, можем потихонечку пробовать наступать. Сделали улучшение, последний грейд, по идее, да? У нас 3-3 на муту, отлично. 3-3 на муту, это просто замечательно. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Ладно. Давайте медленно продвигаться вперед всеми отрядами, которые у нас есть. Вроде бы все более или менее нормально. Но в большей части скорее менее, чем более, но окей. Тем не менее, мы можем возобновлять подачу наших путалисков. Отправлять их сразу вот сюда. Где у нас там еще муту можно произвести? И в целом все тогда получается нормально. Так, давайте атаковать пушки, потому что пушки нам не нужны, не нужны и не нужны. Так, срочно уничтожаем вот эту штуку.
Давайте. Уничтожаем все, что мы видим. Архонтов тоже нафиг. Итак, на единичку дописываем вот этих ребят. А также дописываем этих ребят тоже на единичку, потому что иначе у нас будет слишком мало юнитов здесь. Эти а тоже можно на единичку дописать. Замечательно. Давайте уничтожаем эту гадость. Кратосы наступают. Ты должен внимательно следить, чтобы они не прорвали нашу оборону. А, кристалл на место поместить с помощью кого? Я, к сожалению, я не вижу, кого здесь могу. У кого есть, точнее, кристалл, а вот кристалл есть вот этого рабочего. Естественно, его надо, нельзя, чтобы его убили. И такие проблемы как бы есть, да. Ладно. У нас здесь где-то летит мута. Она летит. Записываем на двоечку. Я вот думаю, надо бы добить сначала все-таки протосов, а потом уже как-то по остальным местам располагаться. И давайте все-таки строить много-много-много-много-много-много муты. Очень много-много-много-много-много муты. Просто потому что мы можем. И посылать ее куда-нибудь сюда. А где у нас там еще? Еще. Я сказал муты, пожалуйста. Сказал еще муты, пожалуйста. А, здесь у меня построите, пожалуйста, оверлордов. Здесь, пожалуйста, еще муты. Отсылать мне, естественно, вот сюда. Ну и продолжаем уничтожение протосов. Замечательно. Сейчас все происходит просто замечательно. Мы довольно шустро уничтожаем протосов, тех, которых видим. Дописываем некоторые войска заново. Так, пушки надо уничтожать в первую очередь, дабы они нас не уничтожили. Это как бы логично. Здесь у нас кто-то должен быть. А, здесь малявки у нас, кстати, есть. Ну, давайте малявок тоже пошлем, почему нет? Почему нет? Почему малявки не могут... Так, они добывают газ. Мне это нифига не нравится. Мне нужно как-то захватить это место газа. Иначе будет все очень нехорошо. Так, кого у нас здесь не хватает? В каком отряде? Вот в этом отряде у нас на троечку не хватает народу. Значит, на троечку мы будем развивать дальше. Такая монотонная миссия получается. В принципе, мы берем как? Мы делаем следовать за вот этой маленькой нехорошей гадостью. Подсылаем ее чуть-чуть подальше. Так. Здесь все хорошо? Здесь все хорошо.
Почему вы не добиваете их, дорогие мои друзья? А нужно больше муты. Нужно прям таки, чтобы она сочилась мутой. Чтобы вся карта была в муте. Вся по всей возможности карта. Просто постоянно спамим муту. Потому что у нас дофига денег. У нас дофига всего. И просто мы это делать можем. Смотрю я тут, друзья мои, получается как-то довольно жестко. Хорошо. Хорошо. Мы все еще спамим муту. И все еще бегают малявки. И все еще можно добывать газ. Что у нас находится здесь? Не отстроились ли они здесь? По идее, не должны. Уничтожаем им газилки. Минимум просто потому, что мы можем. Так, что у нас здесь по муте, что мы имеем? Мы имеем целый отряд муты. Другой отряд муты, который находится непонятно где. Ага, вот он здесь. Добавляем в него еще несколько людей. Отлично. Добавляем в этот отряд тоже парочку муты. Уничтожаем все, что здесь находится. Так, нужно еще в этот отряд добавить муты. Просто потому, что у нас ее там нет иначе. Первый отряд здесь. Второй отряд здесь, третий отряд здесь же, да? Угу. Что-то, короче, пошло не так. На самом деле мут у нас не так много. Или все же много. Ну ладно, неважно. Так, что у нас здесь творится? Здесь газ мы им не даем захватить, отлично. Какое-то лого? Серьезно? Вы шутите? Ну, да вы шутите. Ладно, спамим муту дальше. Спамим муту дальше. Больше муты, еще больше муты. А совсем больше муты. Очень-очень много муты. Что-то, по-моему, мне кажется, что просто отсюда все это неправильно как-то идет. Ну да неважно. Опять-таки еще больше муты. Просто потому, что мы можем. Я, кстати, не помню, а где у меня крабик-то? Я же его вроде послал наверх. Твою мать, я его не послал наверх. Надо крабика послать куда-нибудь вот сюда. Так, и попробовать все-таки атаковать вот эту сторону. Через наших брутальных друзьяшек. Ну, вот так они определенно лучше разваливаются. Хотя, по-моему, здесь намного жестче в плане количества войск. Ну да ладно, мы, ребята, в принципе, сильные. Я думаю, мы справимся.
О, только не ты. Шел вон отсюда. Тебя я ненавижу. Делаешь очень страшные вещи. Здесь же очень жестоко убивается. Все и вся. Отсылаем муту назад. Потому что у нас вот здесь есть проблемы какие-то. Крабик, доноси сюда. Сколько нам сейчас еще скажут там продержаться 40 минут? Итак, мой давний план почти осуществлен. Скоро из двух великих рас родится еще более великое. Пространство почувствует могущество вечной стаи. Пришел судный день. То есть мне надо было просто доставить его сюда, я об этом забыл. Ребят, простите, я-то думал, что мне нужно будет как-то уничтожать, там, задерживаться на сколько-нибудь. Ну ладно, все, в общем, миссия закончена, в принципе, она была простая. Я не знаю, почему я так долго потратил на нее времени, но окей. Всем спасибо за внимание и пока-пока.